Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня концерт замечательной песней, которая в каком-то смысле несет в себе вот такое предновогоднее понимание, что ли, смысла жизни. Это одна из серьезнейших песен в истории поп-музыки. Там очень непростой текст, да и музыка, в общем, прекрасная. Песня эта принадлежит репертуару замечательного человека Квинси Джонса, который сделал очень много как для джаза, так и для поп-музыки. Прежде всего он вывел в свет Майкла Джексона. И вообще массово создавал всяких проектов. И вот сейчас прозвучит песня, которая называется «Everything Must Change». Вообще все должно изменяться. Молодые стареют, все тайны раскрываются, кроме того, что в природе-то ничего не меняется на самом деле. Вот такая песня. Ну, а я вам сразу представлю нашего вокалиста. Ее споет Марк Юсин. Everything must change, and nothing stays the same. Everyone will change, and no one stays the same. The young become the old. Except the raindrops from the clouds, sunrise up the sky, heart burns to the light. The winter turns to spring. Oh,
except the raindrops from the clouds, sunrise of the sky, and hummingbirds do fly. Raindrops from the clouds, the sunrise of the sky, is everything must change. Сейчас вы услышите песню, которая была одним из хитов в середине 70-х годов. Ее тогда напел замечательный певец, его зовут Джино Ванелли. В 70-е годы он был очень популярен. Потом его популярность каким-то образом сошла на нет. Я думаю, что поскольку он был белый и итальянец, приехавший из Канады, то американские чернокожие продюсеры, которым не хотелось, чтобы белый человек затмевал чернокожих звезд в поп-бизнесе, они каким-то образом его, в общем, подавили. И он на некоторое время вынужден был уехать. И так как он был человек непростой, он проводил время в монастырях буддийских, занимался йогой. Потом вернулся и снова сейчас работает, поет. Правда, живет он теперь в Европе. И, в общем, я думаю, что забывать вот творчество этого человека, особенно в дни вот его расцвета, просто было бы не здорово. Сейчас прозвучит одна из песен. Дело в том, что он, у него вся семья была очень музыкальная. Это были итальянцы, которые жили в Канаде. И там и отец, и все братья, все играли на клавишах и сочиняли. И, в общем, это такой яркий представитель той американо-итальянской культуры. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «The River Must Flow». I don't.
Ну а сейчас мы обратимся к творчеству группы King Crimson. Ее создатель и многолетний руководитель Роберт Фрик всегда был какой-то странной, загадочной такой фигурой. Вообще его поведение, оно было непредсказуемо, и несмотря на то, что с ним переработали почти все выдающиеся рок-музыканты, все равно он их менял, и каждый раз менялся стиль этой группы. В общем, это была замечательная совершенно группа. И вот сейчас прозвучит одна из таких тоже мистических песен Роберта Фрипа из репертуара группы King Crimson с диска, который назывался Starless and the Bible Black, и также и называется вот песня, которую вы сейчас услышите. Итак, Starless and the Bible Black. Ее можно перевести как беззвездность и библейская чернота. Thank you.
Один из хитов замечательной группы, которая возникла на волне панк-культуры, и вообще эта группа считалась одной из самых заметных в этом виде музыки, а потом как-то эта популярность перешла и на следующий период их творчества. Группа эта называется Tears for Fears. Немножко о ее создателях, вообще о смысле вот того движения, когда началось. Это, во-первых, типично английская культура. Она отличается от американской очень многим. Там даже некоторые английские известные музыканты, они принципиально не хотели звучать так, как звучат американские джазмены или даже другие блюзмены, которые используют именно блюзовые ноты. И вообще все американское. Все их творчество строилось на европейских корнях. Ну, прежде всего на британских. Иногда индийские попадали какие-то корни. И вот группа Tears for Fears была создана двумя такими студентами, эзотериками, мистиками. Их зовут Роланд Розабал и Курт Смит. И название своей группы они, в общем-то, взяли из книги, очень популярной в то время, книги Артура Янова «Первобытный вопль». И вот я думаю, пьеса, которая сейчас прозвучит, она называется «Шаут», тоже «Вопль». Она как раз была инспирирована вот этой самой книгой. Итак, группа Tears for Fears, Shout. Shout, shout, let it out.
первое отделение инструментальной музыкой. Вы слышите пьесу, написанную мною несколько лет тому назад, в таком стиле бразильской музыки. Я немного расскажу, в чем тут дело. Мало, наверное, кто из вас знает, что существовало где-то до начала 60-х годов заблуждение, что вот есть всякие такие экзотические виды музыки латиноамериканской. Это, ну, сначала это было аргентинское танго, потом появилось мамбо, румба, салса. И потом, значит, стали все говорить, что самбо — это тоже латиноамериканская музыка. И только уже вот позднее, когда стали разбираться, что такое вообще самбо и особенно босса-нова, выяснилось, что никакого отношения к латиноамериканской культуре это не имеет, поскольку Бразилия была когда-то колонии Португалии, и там говорят на португальском языке, который латинским, то есть испанским, не является. И если посмотреть в списке международных вот всех этих реестров, то Португалия, так же как и Бразилия, не относится к латиноамериканским вообще странам. Ну, это такая вещь, такая маленькая деталь. И вот произошла такая вещь, где-то конец 50-х годов. Америка и Советский Союз, как и сейчас, ввели все время борьбу, такую скрытую, за раздел влияния в разных областях. И вот когда Советский Союз начал вдруг обгонять Америку по влиянию, например, где-то в Африке, в Центральной Азии, то Штаты решили обратить внимание на Бразилию. А до этого не обращали внимания. Бедная страна, нищая. И решили все-таки прибрать ее к рукам, пока Советский Союз этого не сделал. И послали туда культурную делегацию. Туда приехал Стэн Гетс, потом Джулиан Кеннонбол Эдерли. Они сыграли концерты и вдруг обнаружили, что в Бразилии давно существует какая-то особая музыка. И они вывезли этих музыкантов в Европу, и так весь мир узнал после этого, в начале 60-х годов, что есть такая музыка, как, например, босса-нова. Я в то время работал в кафе «Молодежное», такой был джазовый клуб советский на улице Горького. И мы переиграли сразу все босса-новы. И вообще босса-нова стала модной сразу во всем мире. До этого как-то не слышали их. И выяснил, что на волне моды даже Дэйв Брубек написал «Босса-нова USA». А я сразу написал «Наша босса-нова». И тоже, чтобы показаться, что мы тоже не хуже. И вот, ну потом мода сошла, а где-то несколько лет назад я решил вспомнить эту замечательную музыку и написал пьесу, которую вы сейчас услышите. Это босса-нова такая в быстром темпе, как бы самба. А я назвал ее просто «Нова босса». Thank you.
Washington, Ансамбль Арсенал. Спасибо. Ну, давайте теперь сделаем небольшой антракт. Thank you.
больше. Все в порядке. Ну, для тех, кто не знает, мы исполнили одну из замечательных песен Джима Моррисона. Радио Сон и Стон. Ну, а сейчас вы услышите инструментальную пьесу, написанную мною. И записанную на последнем диске «Арсенала». Пьеса эта называется «Алайский базар». Посвящена историческому месту, которое возникло где-то за 2500 лет до нашей эры в Центральной Азии на маршруте Великого Шелкового Пути. Уже тогда китайский шелк был популярен во всем мире. И вот по этому Шелковому Пути из Китая шли караваны, нагруженные шелком и еще разными драгоценностями, коврами. Уходили, значит, в Европу, в Африку, в Индию. Возвращались обратно, груженные другими товарами, которых не было в Китае. Ну, в частности, почему-то им нужны были такие скакуны испанские, которых в Китае не было. Потом кованые оружие, латы, и заодно и рабы. И вот эти два потока караванов встречались как раз под склонами Алайских гор. Так и возникло место, где вот эти, значит, купцы, которые встречались там, обменивались товарами, возник Алайский базар. Он и сейчас существует на том же самом месте, но уже это уже называется Узбекистан и Ташкент. Я там бывал много раз и видел этот скромный маленький базар. Но тогда я еще не подозревал, какое это замечательное место. И позднее, когда я уже узнал, что это такое, я написал пьесу, которую вы сейчас услышите. «Алайский базар». Yeah.
Thank you.
Которая состоит из двух песен. Это будет, собственно, последний номер в нашей программе. Сначала прозвучит песня одного из замечательных музыкантов, который рано ушел из жизни, его звали Роберт Палмер. Это был яркий представитель такого, знаете, в общем, сначала это был панк-рок, затем просто рок, и потом он вообще серьезной музыкой занялся. Но он был, к сожалению, болен и умер довольно рано. Вы услышите его песню, которая называется «Happiness». А потом вслед за ней прозвучит уже современный хит. Это песня, которая называется «The Shape of You». Это хит 2017 года, его исполнил английский певец Эдвард Кристофер Ширан, а проще Эд Ширан. Итак, сначала песня Роберта Палмера, затем Эд Ширан с песней «Shape of You».
Thank you.
Thank you.
Большое вам спасибо. На этом уже точно все. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами. Всего вам хорошего. С наступающим вас Новым годом. Спасибо вам.